В этот раз из-за погоды встречу в рамках летнего читального зала перенесли в здание библиотеки. Занятия посвятили Дню семьи, любви и верности. Юным посетителям рассказали легенду о Петре и Февронии Муромских, которые благодаря своей истории вечной любви стали символом супружеской жизни. Праздник всероссийский, мы отмечаем его в этом году уже 12-й раз. Мы поговорили о семье, рассказали детям о том, чему посвящен праздник, вернее сказать, даже кому, святым Петру и Февронии, рассказали легенду. Дети увлеченно знакомились с праздником, вспоминали поговорки и отгадывали загадки. Сотрудники библиотеки подготовили мастер-класс, где каждый мог смастерить своими руками оригинальную рамку для семейной фотографии. В преддверии праздника, может быть, 8 июля именно, дети подарят своим родителям, своим бабушкам, дедушкам, близким рамочку для фотографий, которая символом праздника с ромашкой. Некоторые уже успели стать постоянными посетителями летнего читального зала, а другие пришли на проект впервые. Вику и Дарину сюда привела бабушка. Вместе с ней девочки с особым старанием и трепетом создавали поделку. Рамку они смастерили в подарок на день рождения мамы. Я пришла с внучками своими сегодня первый раз на такое мероприятие. Очень понравилось. Интересно рассказывали. Они две сестренки и старались для мамы. И они мечтали сделать цветы, просили меня, давай сделаем, бабушка, цветы. Ну вот видите, как сегодня удачно у нас получился день. Летний читальный зал открывает свои двери для всех желающих каждый четверг в 16:00 в сквере у городского фонтана. Дарья Козина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24.